Меня зовут Владимир Исаев, это контест Ростов Стрит Баттл. Дайте шума! Подготовок, и мы это сделали! Пару слов туда-сюда сделай. Я всех приветствую. Сегодня у нас 16 апреля. Мы думали, что будет лютый дождь, но его нету. Погода играет просто в нашу пользу. Я главный организатор Ростов Стрит Баттла. Я организовал это все три месяца. Да ебать его в рот, блядь. Ростов Стрит Баттл, короче, бог. Я это все организовал. Три месяца бессонных ночей переговоров. Спасибо огромное Вове Исаеву, что он договорился с Gorilla Energy, чтобы нас они проспонсировали сегодня. У нас, блядь, 6 машин ебаных обеспечения. Это просто, это без мата. А? Нет. Короче, я просто очень рад всем, кто будет сегодня присутствовать. Мы еще не доехали, сейчас мы меняем кэш, который будет раздаваться за трюки. Подобраны 6 просто баснословных спотов, просто отрыв башки, я чувствую, сегодня будет просто жарко. Я всех приветствую сегодня на Ростов Стрит Баттл 3. Давайте дадим шоу, ребята! Призы будут от ТСБ, это железо. От СБС они выделили сертификатов на 21 тысячу. И будет раздаваться банки Гориллы за трюки, там, не знаю, блядь, чикен-бар, ебался-ебал, получил, короче, Гориллу. Ребят, формат сегодняшних соревнований, у нас есть споты, будет разминочная минут 20-30, а после, ебать, акцент? Чего, блядь? Бля, ну это жестко, ребят. Формат такой, делаем трюки, получаем кэш за трюки. Кто прострелит коней ориентовсиняну, даю 100 тысяч. Ребят, такая просьба большая, не пить на контесте, потому что нам дадут пиздок и не мешать друг другу. А, еще нашим судьей, не знаю какими стечениями обстоятельств, становится ведро. Давайте пошумим его. Ребят, начинаем. Ай! Нет.
конечно, был немыслим модолет. А до него рукой подать, чтобы наступила благодать. Давай-ка сядем в этот старый катерок. А до него рукой подать, чтобы наступила благодать. Давай-ка сядем в этот старый катерок. Левый, левый, левый берег Дона. Пляжи, чайки, плёсы у затона. Рядом, рядом омуты и мели. Мы до них добраться не умели. Левый, левый, левый берег Дона. Пляжи, чайки, плёсы у затона. Рядом, рядом омуты и мели. Мы до них добраться не умели. Что ты смотришь, не пойму. Скорее прыгай на корму. Ах, катерок, ну что ж ты к берегу прирос. Ты сам, конечно, не ахти, но поскорей затарахти. И пусть концы нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона. Пляжи, чайки, плесы у затона. Рядом, рядом омуты и мели. Мы до них добраться не умели. Левый, левый, левый берег Дона. Пляж. Ваш комментарий. Да не, круто. Мы здесь на Ростов Стрит Баттл. Рядом со мной Тёма Москвичёв. Расскажи свои впечатления. Привет. Как тебе вообще? Чё, мы вообще спонтанно вырвались. Мы только во вторник отпросились с работы и вырвались к вам на трэм. Круто. Вот, мы знали то, что у вас поддерживаем этот трэм. И просто спонтанно, как с акценом, тоже прыгнули на поезд. Чуваки тут реально наваливают. Вообще, респект, спасибо большое, что приехали так неожиданно. Да мы просто никому, так... мы никому не сказали. Да, это такие, круто. Всё, приедем, мы такие стоим здоровой за столпой, потом, чё, акцент? Вот, вот так получилось, чуваки реально сгасят, тут споты вообще лютые, все показывают, что могут, чуваки вообще просто берут нереальные трюки, вот сначала One ATV сделал, первый раз свои жизни. Это реальный коуч. Да, контесты, это вообще замечательно. Персик крутой. Рядом со мной Ерема, а.к.а. Высотное здание, а.к.а. мастер английского языка, а.к.а. мастер... Небоскреб, второй институт. Чё, как тебе на Ростов Стрит Баттл вообще? Чуваки, в этот раз полный разъёб. Поделиться можно? Да. Полный разъёб этот раз. Я приезжал на Найтрайд, было слабо очень, но сегодня прям вообще... Мне нравится. Дэм! Йоу, мы здесь на Ростов Стрит Баттл. Рядом со мной стоит Никита, водитель Хайлюкса. И представься чуть подробнее, мы только сегодня познакомились, я даже не знаю твоей фамилии. Качан Никита, я занимался 8 лет мотокроссом, КМС по мотокроссу, и гонял на BMX, и решил поддержать пацанов. Просто портить им кэшем и на тачке. Слушай, это правда, что ты 30 тысяч выделил на кэш по 3x? Да, да, с кармашка выкинул. Чувак, это полное мясо, респект огромный. Блин, да. Вообще... Пацаны, я не верю. Что, просто BMX индустрия держится на вот таких пацанах, как Никита. Спасибо, мужик. Вау. Вау, это вау, ребята. Да. Спасибо большое тебе. Йоу, меня зовут Вова Исаев, рядом со мной Сашка Аксен. Расскажи о своих впечатлениях. Да, в целом все круто. Мы, грубо говоря, сгоняли на уикенд в Ростов повеселиться, увидеться с ребятами и... Ну, можно сказать, показать пару трюков. Вообще супер круто, супер неожиданно. Как тебе споты в Ростове? Как погода?
Нет, споты бомба. Меня радует погода, потому что в Москве я уже устал в открытых парках кататься. И у нас дожди постоянные, а тут свежий воздух, плюс такая атмосфера. Да, мы берем теплой погодой. Не, круто, на юге круто. Ну и в Ростове я второй раз, мне нравится. Типа тут еще можно приезжать и еще кататься. Кайф. Ну что, примерно половина мероприятия прошла. Чего ждать от тебя еще в следующей половине? Просто поугараем и покажем все, что мы можем. А ребята плюс постараются выложиться на полную, потому что, ну, действительно годные призы есть от SBS, от ДСБ, как я понимаю, Горилла. Ну, Горилла у нас поддерживает в этот раз чисто энергетиком. Все равно. Короче, пусть парни стараются, а мы просто будем заряжать их своими трюками, не более. Че, какое самое яркое воспоминание за сегодня? Ну, когда чувак на 360 Тергрея пытался. Да, это полное мясо, чувак. Сколько раз он на этот локоть убрался, мясо полное. Чел жесткий. Ну и заслуженно получил, как бы. Но лучше пусть бы поберег свое здоровье. Да, я тоже говорил, что не стоит ему столько кидаться на это. Ну че, респект тебе. Надеюсь. Надеюсь, увидим еще пару сильных местных тречков за сегодня. Все для вас. Йоу, продолжаем. Йоу, мы здесь на Ростов Стрит Баттл, и вот герой сегодняшнего дня. Респект тебе, локоть твой разбитый, делал треху Tire Grab, кидался. Че, как тебе вообще впечатление? Мне все понравилось. Сегодня ты целый вообще? Ну, как сказать, целый, но катать могу. Все круто. Нормально. Откуда ты приехал? Как тебя зовут? Новошахтинская. Новошахтинская? Тимофей, да. Тимофея, фамилия? Борзилов. Борзилов. Мы тут вставочку Инстаграма тебе сделаем, все как надо. Че еще расскажешь, что от тебя сегодня ждать? Мне сегодня все понравилось, и мне реально такие движухи нравятся, потому что BMX и все райдеры – это реально как одна семья. И очень приятно здесь делать трюки и все, потому что с ребятами очень весело кататься. Да, круто, что есть такие BMX Street Jam, и мы вот пытаемся их организовывать, проводить, находить спонсоров. Это нелегкая задача. Я первый раз, кстати, на таком. Круто, приезжай, еще будет по-любому Ростов Street Battle 4. У нас обычно два раза в год он проходит. Скорее всего, осенью будет еще раз. Вот. Ну что, респект тебе. Обязательно привет. Ждем крутых трюков сегодня еще, это не конец. Я знаю. Хорош! Смерть, косяка,
большое за поддержку. Для меня это очень важно. Респект. Дайте шума! Спасибо огромное всем спонсорам. Это SBS, TSB и Gorilla Energy, ребят. Спасибо отдельное Gorilla Energy и в частности Феде Забалуева, что поддержал наше замечательное мероприятие. Дайте шума! Бармену No Hand в дроп с этого спота забирает четырехэлементный руль от ТСБ Александр! Дайте шума! Ребята, и Миша, который был на МДБ за... Уже в трех автрок забирает двухэлементный роль. Дайте слово! Вот такое вот завершение мероприятия. Не все получилось задуманные трюки, но тем не менее спасибо за поддержку, ребят, вы лучшие. Всех, кто был здесь за моей спиной. Просто мега приятно. Много трюков удалось, и это главное, потому что сумерки, темно, я боялся, что ничего не будет получаться. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете об этом всем. Всем пока, обнял.